Итак, приветствуем всех, кто нас сейчас видит и слышит на нашей онлайн-трансляции на сайте медиахолдинга ОТВ 1obl.ru. И сегодня у нас очень интересная тема. Я думаю, что просто должны просто прилипнуть к нашим экранам, к своим компьютерам наши зрители и слушатели, потому что вопрос, который был... Вот такое время, когда нужно покупать мед, и уже кто-то приобрел этот мед, и вот что они сейчас купили, пока никто не знает. Так вот, сегодня мы поговорим о качестве меда, о честности продавцов, о проблемах пчеловодов и их поддержки, почему маточного молочка не может быть много, какой мед самый полезный, в чем причина гибели, в чем пчел и чем уральский мед отличается от всех остальных. А я вам представляю наших спикеров в откровенном разговоре, который, я думаю, что будет очень откровенный. Сегодня, кстати, день медового спаса. И мы пригласили сегодня не случайно Евгения Литвинова, начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства Челябинской области. Помашите нам ручкой. А Геннадий Ковалев, председатель общества пчеловодов-любителей «Уральская пчела». Владимир Недочуков, глава крестьянско-фермерского хозяйства, научная, и занимается, кстати, он научным пчеловодством, я бы так сказала, и технологиями. Вот. И так у нас начинается онлайн-трансляция. И первый вопрос вообще, вот сегодня медовый спас, да? Вот почему принято в народе говорить, что собирают мед именно после медового спаса, а не до? Вот какой мед все-таки полезный, до или после медового спаса сразу? Ну, отвечайте, кто хотите. Ну, давайте я отвечу на этот вопрос. Ну, во-первых, сбор меда после медового спаса, я думаю, что сегодня эта информация уже устаревшего порядка. Почему? Потому что зрелый мед может быть и в июне, и в июле, и в августе, и в сентябре. Все зависит от поступления нектара в улей как таковой. Если пчела набрала нектара достаточно, и он запечатан, его можно качать хоть в май. Потому как печатка, значит, сота, это является показателем, что мед набрал свою влажность, вернее, устранена лишняя влажность в меде, и вкус будет, соответственно, влажность, показатель влажности будет нормальный. То есть он будет в пределах ГОСТа. ГОСТ у нас идет сейчас 20%, 20-22% влажности должен быть. Но у некоторых пчеловодов он есть и 16% влажности. И в этом случае качать уже смело можно, без всяких ожиданий августовских дней, без всяких ожиданий еще каких-то причин. Потому как если пчела зальет весь улей, она будет просто-напросто сидеть, она не будет работать. Ей некуда будет, и матке негде будет сеять, потому что соты будут заняты медом. Переполнены. Да, семья перестанет развиваться. Но это детали, тонкости, которые не обязательно знать всем. Это... В общем, короче, можно покупать. Можно покупать. Да. Дополню. Если, допустим, не знаю, может быть, коллеги меня поправят, но сегодня, если пасека стоит на каких-то сельскохозяйственных культурах, то культуры у нас, они более, наверное, имеют... Это если дикорастущие, да, ну, растения, из которых собирается мед, они в районе месяца, наверное, можно собирать. Если на культуре стоят пасеки, то сельскохозяйственные культуры могут, наверное, давать такую возможность около 2 месяцев, там, от зависимости от культуры, которая раньше начинает, которая позже начинает. Вот. Поэтому сегодня действительно, комбинируя сбор меда из дикорастущего и из культурных растений, то можно вот увеличить сбор меда. Там, ну, с мая до августа, наверное, точно. Да, до сентября можно. В общем, это все пережитки, вот эти всенародные приметы. Да, Владимир Иванович. Устаревшие уже, будем говорить. Это все уходит в те времена, когда пчеловодство было холодным. И для того, чтобы отобрать у пчел мед, значит, это можно было сделать один раз, вырезая соты, то есть нарушая семью. И поэтому, значит, это приурачивали уже к концу медосбора.
примерно в середине августа медосбор обрывается, мед зрелый, можно вырезать соты. Отсюда и праздник. Угу. Ну вот, Евгений Анатольевич, тогда все в порядке, мы успокоились, мед уже стоит на, и на прилавках, и на наших столах. Вот. А давайте теперь, вот, если есть какая-то статистика, вообще вот сколько меда в Челябинской области вообще производится? Да, есть такое? Есть, конечно, статистика, но мы все знаем, что статистика, она берет своими, ну, специалистами, у них особенный расчет, он не совсем попадает в реалии, но дает нам примерно объективную оценку. Так вот, сегодня около 200 тонн меда мы делаем в год. Сегодня у нас примерно 18 тысяч пчелосемей в области, которые официально как бы отражаются в статистике, так я скажу. За последние, ну, еще есть информация, то, что за 2018 год завезли порядка 2000 пчелосемей еще на территории области. Это означает, в районе сегодня работает, наверное, около 20 тысяч пчелосемей. Если говорить о формах собственности, которые у нас сегодня занимаются пчеловодством, то сегодня, наверное, такие организованные крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации сегодня всего 5% в этой доле, наверное, имеют, вот, ну, собирают мед. Все остальное – это, конечно, личные подсобные хозяйства. Личные подсобные хозяйства, которые у нас, наверное, сегодня, вот в части меда они наиболее активно ведут себя. Ну, может быть, это и обусловлено, потому что мед – это больше для души, наверное, сбор меда, чем для… Ну, и заодно у кого-то, кто много набрал, тот его занимается сбытом этого меда. Поэтому у нас вот порядка 17-18 тысяч пчелосемей у нас закреплено за личными подсобными хозяйствами. Но вот, 200 тонн меда, они непосредственно, вот это количество меда производится нашими уральскими пчеловодами, да? Да, нашими южноуральскими пчеловодами. Южноуральскими, да, уточняем. То есть это не те еще плюсом, которые завозятся. Вот, например, сейчас очень много там всевозможного: башкирский мед, значит, там алтайский мед. То есть вот можно зайти в разные магазины и торговые центры, и там уже стоят люди и торгуют вот этими вот привозным медом. Это вот что такое? Нет, есть, конечно. То есть у нас, как сказать, рынок глобализирован, даже если мы говорим о нашем внутреннем российском рынке, хотя я пока не хочу рынок брать внешний, импортный. Сейчас пока поговорим на наш российский рынок. Да. У нас сегодня башкиры, они одни из лидеров вообще по пчеловодству, производству меда. Алтайцы тоже. У них, по-моему, в 10 раз больше пчелосемей, чем у нас. В башкиров, значит, еще больше пчелосемей. И они, но их отметить можно с какой позиции? Что они уже начали работать не просто над реализацией меда в таком простом виде, там, в трехлитровках, в литровках, еще как-то, как, допустим, наше личное подсобное хозяйство реализует этот мед. Они уже начали работать над брендом, неким брендом, который вот их узнаваемость, дает им больше узнаваемости, и который больше продвижения позволяет, больше как бы мед куда-то продвинуть на другие территории. Вот башкирский мед, мы все об этом знаем, да, там, да. Так, идет дальше ассоциация, так, горный мед, идет дальше ассоциация, там, дикий мед, все думаем, мы башкирский мед, хотя они примерно в тех же условиях работают, что и мы работаем, просто мы в меньших объемах работаем, они уже переросли вот такой… Промышленное производство. Ну, они, да, они больше идут в стадию промышленного производства и стадию маркетинга своей продукции, усиленного маркетинга и продвижения своей продукции. Ну, алтайцы то же самое, они, может быть, на втором месте после башкиров идут. Но мы тоже делаем хороший качественный мед, и, в принципе, вот нам бы своего рынка хватало для того, чтобы обеспечить собственное внутреннее потребление. Но вот я как раз и хотела бы затронуть тему продвижения бренда уральского меда. Вот если все-таки сравнивать алтайский, башкирский, там, я не знаю, горный, абхазский, еще какой-то мед, да, вот уральский мед, вот он чем отличается от других медов? И вот если, ну вот то, за что можно зацепиться и что может сделать его уникальным брендом? Вот. Давайте я отвечу, да. Попытаюсь ответить на этот вопрос. Однозначно тут не скажешь, но я думаю, что определяющим показателем качества меда является диастазное число. Диастазное число в нашем регионе очень высокое. Одно из не менее, чем, допустим, башкирского меда. Башкирский мед
мы тоже собираем, мы тоже ездим в те же горы, тоже собираем с липы мед, и они липу собирают, и мы липу собираем, и разнотравие у них примерно такое же, поэтому качество меда у нас сопоставимо с башкирским. Ну вот вы вот сказали такое слово непонятное, диастазное какое-то. Диастазное число. Чего это он дает? Оно, настоящий мед, значит, он обладает, вернее, показатель этого числа от 5 и выше. Ниже 5 это уже не мед, это уже просто, грубо говоря, бодяга какая-то. Вот. Диастазное число определяется только лабораторным путем. Путем длительного, значит, реакции, не один час, по-моему, оно там идет, это реакция, которую проверяют только лаборанты. И ни на какой, ни на глазок, ни на вкус, ничего не определяются. Не определяется этот показатель. И, значит, мы уже, я что хотел сказать, вот это число, когда южные меда сравниваешь, так, у них диастазное число меньше. Оно где-то в пределах до 12-15. И качество меда, у них вкус немножко другой, мягко говоря. Так. У нас ароматом обладают любой мед, собранный с сорняка, с культур. Он гораздо ароматнее, гораздо насыщеннее. И по литературе... Вот это вот диастазное число, давайте вот просто что. Оно очень сложно, его расшифровать нельзя. Хорошо, вот чем выше, короче, тем лучше. Тем лучше, да. Вот это вот хорошо. И еще, вот чем уникален еще уральский мед? То есть высоким вот этим вот числом? Ну, вкусовыми качествами. И когда человек подбирает, допустим, на рынке мед, если он сильно фонит какими-то специфическими вкусами, запахами, цветом и так далее, лучше отойти от него подальше. Потому что здесь вызывает подозрение сразу. Здесь и ароматизаторы, здесь и красители и так далее. А все эти вещества, которые напичканы в этот мед, его нужно, человек должен это отфильтровать. То есть это и печень работает, и почки работают, и так далее. То есть это все нужно выводить. Точно так вот, же, как... Нет, это вот отдельно. Вот сейчас мы про уникальность меда. Вот в чем еще уникальность меда у Знаете, я бы хотел, вот, может быть, начать с того, что пчела – это единственное насекомое в мире, которое сегодня дает человеку готовую продукцию. Это и мед, это и перга, это и... Прошу, добавьте, что там? Прополис, маточное молочко. Воск. Ну, воск – это продукция несъедобная, но она очень полезная и нужная. Для человека, да. Не случайно Остап Бендер свечной заводик хотел построить. Угу. Да, вот, Владимир Иванович, прибыльный а был. Вы вот как считаете, какой все-таки вот уникальностью обладает наш уральский мед? В каждом регионе произрастают свои растения. И от... Ароматы... От сочетания этих растений, да, ну, как бы получается мед присущий данному региону. Угу. Вот в эти вкусовые сочетания, они очень разные, причем в каждой точке, где человек стоит, если это кочевая пасека. Угу. Допустим, на липе, вот там липа не только чистая, где-то еще есть принос каких-то отдельных ароматов, нектара. И подсветка его там потемнее, посветлее. Потом говорить, что липа должна быть светлая, это неправильно. Угу. Они могут, это не коровка, которую привязал, вот она и жует эту травку. Она летает по всем медоносам, она летает по лесу, она летает и малиновый цвет собирает, и все что угодно. И донни по дороге, который растет, и эспарцет, который где-то пророс случайно после вспашки и так далее. Я думаю, даже подозрительнее выглядит какой-то вот идеальный мед, потому что, скорее всего, его идеализируют за счет каких-то вкусовых добавок и за счет каких-то, вот, ну, в принципе, других элементов пищевой химии. То есть, вот. А этот вот как раз, вот, я прошу прощения, что мысль, давайте сам дополню, как раз о чем говорит Геннадий и Владимир, то, что они, когда пчела с разных мест забирает, то есть никогда ты не угадаешь, какой будет в итоге преобладать какой вкусовой особенный будет. Вот я все-таки к тому, что вот мы знаем, что действительно уральский мед нисколько не хуже, чем башкирский, нисколько не хуже и менее полезный.
полезны, чем алтайский, например, абсолютно. Какой-то там, да? Но вот почему наш уральский мед пока, ну, так скажем, мало кто знает? Вот знают только у нас в нашем регионе. Вот это можно как-то продвинуть, эту марку уральского меда? Мы рады, что наша передача этому содействует. Это, наверное, единственное, вот сейчас, когда мы собрались здесь, мы удивлены, что вы собрали нас, чтобы вот это дело хоть как-то для людей просвещение, хоть какое-то начало, начало смещения в положительную сторону. Это же наше развитие. Если нет реализации, вот, допустим, у пчеловода, он буксует, он стоит на месте. Он этот мед производит и складывает у себя. Он не будет его, он достается очень тяжело. Те, кто знает, те, кто пчеловод, он знает, каким трудом это достается. И отдавать его за 1000 рублей трехлитровку, еще в придачу литр меда, ну, это никто не будет. Из тех, кто этот мед Воска, перги, работает. Надо давать, чтобы да, в следующем году пришел. Вот. Мы рады, конечно, людям, что вот те, кто понимает и начинает над этим работать. Ну, в смысле, искать информацию и искать пчеловода. Вот самая большая гарантия – это конкретный пчеловод, с которого можно спросить, прийти и сказать, что ты мне продал. Если он настоящий, он у тебя заменит этот мед и предложит другую, пожалуйста, кушайте, только берите. Хорошо. Вот чего сейчас не хватает для продвижения нашей уральской марки меда? Я с позиции, наверное, госслужащего скажу, да. Но хотя у моих коллег, я думаю, будет какое-то альтернативное еще мнение по этому поводу. Я очень рад буду его выслушать, потому что нам не хватает действительно сегодня информации, как раз вот, что нужно им от них самих. Вот, с позиции, если вот наши, то, наверное, не хватает некой кооперации все-таки, даже тех личных подсобных хозяйств, объединения некое, которое будет иметь юридический статус, и которое может выходить на рынок как коммерческий субъект, и который также сможет и в сети заходить, и на другие рынки выходить, а также и экспортировать куда-то эту продукцию, хотя наша продукция как раз очень ценится. То есть, если я сейчас не хочу быть там, скажем, каким-то вот, ну, вносить смуту, но китайская продукция к нам приходит, а китайцы с большим удовольствием забирают наш нашу мед. Да. Нашу, и кушают как раз больше наш мед, то есть они к себе импортируют нашу продукцию, а экспортируют в большем объеме к нам свою продукцию. То есть тут надо задуматься, понятно, что чей мед лучше. Превышающую в несколько раз то, что они экспортируют. Вот надо всегда смотреть, на что кладут менять. Глаз китайцы, да? Если они поняли, что мед, значит... Они поняли. Они это поняли. Они знают в этом толк. Я вот еще хотел бы дополнить, что сегодня действительно, но при этом вот эта мелкая товарность, которая у нас сегодня существует, она и минус, и плюс. Плюс в том, что сегодня, вот когда вы правильно заметили, и Геннадий сказал, что когда мы видим непосредственно производителя, мы больше уверены в том, что мед более качественно, потому что, вот, может быть, тоже коллеги добавят, что сегодня определить можно какими-то бытовыми способами, но иногда они же не просто продают фальсификацию, они же, это, опять же, смешивают где-то, да. Там как-то хитрят, и иногда вот, у меня, кстати, вот, коллеги сегодня, пока мы ждали передачу, мы очень общались много, и мне очень интересно было с ними поговорить, что, допустим, если они продают, вот они мне рассказали, что продается сначала в основе мед фальсифицированная, а сверху добавляется их продукция, которая очень качественная. Вот которую пробует человек при покупке. Он же ее сверху, он же не снутри этой банки начинает ковырять, а он ее сверху снимает, пробует. Это одна из форм. Получается, что мы подсказали, как действовать. Да, я теперь сам буду очень плохо. Нет, вот здесь же ведь опять в чем вопрос. Если человек установил связь с каким-то пчеловодом непосредственно. Вот с него и по. Вот, и, конечно, прекрасно. Здесь и репутация, здесь доверие, и, как говорится, глаза в глаза. Но вот когда человек выходит на торговый рынок, да, или приходит на какую-то выставку, где гарантия, что он возьмет действительно тот мед, который мы сейчас хотим продвинуть, наш уральский настоящий мед? А гарантии в этом случае никто не может, мы такой гарантии не даем. Это фермер, который непосредственно сами реализует, и вы его знаете, что он на этом рынке будет сегодня и будет продавать сегодня. Это вот к нему прийти и взять у него же мед. Вы знаете, гарантию может дать конкретный пчеловод за свой товар. Вот он, да. Потому что если он не временщик, если он не один год держит, а потом, ой, извините, у меня тут что-то не получилось, и я ухожу с рынка. А тот, который стабильно занимается. И сегодня популяризацию вот этой деятельности мы пытаемся сохранить
сохранить общество пчеловодов «Уральская пчела». Он единственно действующий в Челябинской области. Угу. Вот у нас при агроуниверситете один раз в месяц мы собираемся для того, чтобы, ну, может быть, на сайте мы недостаточно информируем, что какие вопросы там, что не всем это интересно. Вопросы профессиональные. Угу. Ведение пчел, разведение и так далее, лечение и всякие такие вопросы, которые обывателю обычному и не нужны. А вот для того, чтобы поддерживать, вот как-то, или кто-то заинтересованный начинал это пчеловодство заново. Для начинающих. Для начинающих тоже. Но для начинающих там можно где-то, как мы называем это, в колуарах побеседовать с умным пчеловодом, с чего начинается, как говорится, родина. Вот с этого, с этого, с этого. Пожалуйста, бери смело, закупай, не надо просить кредиты, которые у нас все время хотят сразу завести 100 ульев. Со 100 ульями вы не справитесь, это раз. И потеряешь деньги. Вот, и деньги потеряешь, и опыта нет, и так далее. Начни с одного улика, с двух, обычно с двух. Угу. Ну вот хорошо, а как вы, вот вы сейчас говорили, Евгений Анатольевич, про вот эту кооперацию. Вот в чем она должна заключаться? И вот уже есть общество «Уральская пчела», да? Есть еще какие-то объединения, может быть, в каких-то городах отдельных. А вот как всех собрать и работать вот действительно на бренд? И чтобы не просто... Невозможно. Каждый индивидуально. Да, вот. Не получится. Ну, я думаю, что пытаться нужно. Вот, Владимир Иванович говорит, что, конечно, это затея тяжелая. Видимо, его опыт жизненный говорит о том, что это, ну, пока не сложилось, не случилось. Получается опять общую кучу, которую можно потом и... Но здесь сидит все-таки за качеством. Нет, а я, вот смотрите, почему может не получиться, а почему может получиться? Все-таки кооперация в том плане, что вот именно доверие, именно вот этой кооперации, в которую входит, например, и ваша организация, и другие какие-то организации, но вы точно знаете, что если, например, «Уральская пчела» организует выставку, а не просто торговую выставку, и там именно ваша продукция, да, и тогда я пойду туда, а не на какую-то торговую ярмарку и там покупать буду, понимаете? Потому что, например, у вас есть... Ну, я не знаю, сколько у вас может быть, так скажем, ваших поклонников вашей продукции, да? Ну, пусть их вот 100 человек, грубо говоря, да? Ну, может быть, и меньше. Но и эту продукцию хотели бы приобрести еще и другие люди. Вот не обязательно просто из рук в руки. Но вот как это можно сделать? И потом, это бренд. Вы знаете, мы пытались это дело организовать в свое время, пусть лет 5 назад. Но народ не реагирует, никто не пришел. И я, вот лично я на этом ярмарке продал на 100 рублей. Угу. Хотя затраты там и на площадку, на асфальт, который мы закупили на эти 3-4-5 часов, и все это не оправдалось. Поэтому суеты много, толку мало, уже если так говорить. Открыто и откровенно. Понятно. Ну хорошо, все-таки в эту сторону... Вот, идти надо обязательно, да, надо идти. Надо работать в этом плане, я скажу. Да, и вот, допустим, я немножко забегаю вперед о наших планах министерства по поддержке развития пчеловодства в области. Хотел бы потом немножко рассказать о дорожной карте, которую мы вот буквально на днях начинаем создавать. Но забегу вперед, что будет у нас с 1 по 3 октября наша традиционная Агро 2019. То есть это большая выставка. Да, большая выставка, где вот мы популяризируем свою продукцию, в том числе всегда медовики были активными участниками. Я уж не знаю, к сожалению, перекупы это, но все равно встречались там все-таки непосредственно сами пчеловоды. Вот. И там, в рамках этого агро, мы предлагаем сегодня пчеловодам собраться с нашей помощью, и мы постараемся подготовить интересную деловую программу на эту площадку, на этот некий форум пчеловодов. Мы хотим пчеловодов туда вот пригласить, самых наиболее активных, которые не только думают о своей деятельности, а вот думают именно о, в принципе, развитие пчеловодства в области и хотят быть участниками этого процесса, который в дальнейшем может улучшить их и коммерческую деятельность, и, в принципе, популяризацию в целом бренда меда Челябинской области, южноуральского меда. Вот, попытки такие были. Были уже форумы, были такие объединяющие, скажем, мероприятия, но все равно мы хотим продолжать эту тему, и вот на этом агро хотим такую площадку организовать.
Вот, знаете, мы сегодня затронули вопрос китайцев, да, что, вот, например, ну, не только Китай, я думаю, что и другие есть страны, которые заинтересованы приобретать вот этот мед. И вот, в частности, если говорить про Китай, Владимир Иванович, у вас все-таки ведется такая деятельность, как производство маточного молочка. А сейчас очень это такое производство, которое... Вернее, такой продукт, который и в косметологии применяется, да, очень сильно, и в медицине, ну, то есть в различных сферах, которые действительно требуют огромного количества вот этого продукта. Мы сейчас, вот вы уже этим тоже озадачились, уже у вас есть там какие-то изобретательские какие-то технологии и так далее. Вот как вот наладить производство маточного молочка, да, вот можно это или нет? И опять же, сделать так, чтобы, ну я опять, видите, как говорят, значит, замахнуться на экспорт маточного молочка с Южного Урала. Значит, все пчеловодство у нас, в принципе, кочевое. Угу. На кочевой пасеке заниматься этим крайне тяжело, потому что... Это невозможно. Практически невозможно, да. Нужны стационарные пасеки. Конечно. Ну и, значит, наши китайские коллеги производят его столько, что мы столько меда не производим, сколько они молочка собирают. А откуда они его берут-то? Это называется молочка из-под бычка. Нет, значит, в свое время они очень серьезно работали над селекцией пчел. То есть, если пчела, ну, производит его, способна была выделять определенное количество, то их ученые поработали, и они на порядок стали, вот, если у них в 91-м году порядка 200 тонн они собрали молочка, то сейчас они перешагнули уже цифру 2000 тонн. Молочка, не меда. Молочка. То есть трудно себе представить этот объем. Вот теперь сразу вопрос. На наших торговых выставках, в том числе на Агро, у нас тоже есть пчеловоды, которые предлагают маточное молочко. Причем в открытом виде. Вот это что такое? Давайте я вам объясню эту картинку. Она очень интересная и смешная. Для пчеловодов, которые этим занимаются и видят это молочко не на картинке и не там на ярмарке. Во-первых, маточное молочко очень быстро окисляется. Его невозможно надолго сохранить, оно буквально в считанные минуты, оно начинает приобретать совершенно другой вкус и другие качества. Поэтому, добывая его, нужно его хранить в азоте. Или же в замороженном виде, где он тоже частично теряет свои качества. Но это единственный способ для нас, это только заморозка. Только заморозка. В кочевых условиях заморозить его невозможно, нет камер, нет электричества передвижного. Но если где-то есть, то у единиц. И поэтому говорить о том, что мы вот завалим 200 тонн или 1 миллион тонн этого молочка, у нас только меда не производится. Поэтому эта цифра настолько аморфна, настолько сказочная для нас. Поэтому... То есть китайцы поняли, что это востребовано. Да. И они начинают... И дорогое удовольствие. Да, и дорогое. Вот. У нас вот все-таки, вот, Владимир Иванович, возвращаясь вот к вашей вот этой технологии, вы какое количество вот последний раз там максимально производили вот это молочко и с какими проблемами вы столкнулись? То есть вот в наших условиях можно его добывать? Добывать можно, но, значит, объемы крайне небольшие, практически для своих нужд, там, для себя. Или по заказу. Для друзей, там, ну и как бы немножко вот для ближнего круга. Вот. А вот если, например, ваша технология, она вот все равно позволяет, то есть вот эти соты, которые вы придумали, она же позволяет все равно больше собирать того, ну, чем, например, обычный пчеловод, ну, в своих, в полевых условиях. Вот все равно вот это ваше изобретение. Ну, вот касаясь сота для сбора молочка, да, значит, он интересен тем, что... позволяет практически, ну, пчеловоду средней квалификации заниматься этим делом. Угу. То есть там исключены многие такие трудные операции ручные. Угу. Перенос личинок. Да, перенос личинок и как бы получение личинок определенного возраста в нужном объеме. Угу.
То есть в любом случае продуктивность сбора увеличивается. Производительность возрастает, да. Да. Вот. И теперь еще другой вопрос. Вот если, например, человек, ну, хотя бы пока для своих нужд, да, вот вы производите вот это какое-то количество. А есть ли у нас организации или какие-то производства, которые могут это приобретать и, ну, так скажем, наладить вот, ну, да, сбыт? Переработку, да. То есть довести до потребителя. Да. Ну, у нас в Перми есть компания «Тенториум», которая занимается этим. Угу. Они занимаются, значит, переработкой всех видов продукции пчеловодства, там начиная от мед, пыльца, перга и прочее, да, значит, угу. Пыльцу они каждое зернышко покрывают глазурью, как, ну, вот таблеточки есть такие в оболочке, угу. И, значит, в небольших дозах, в красивых баночках это все продается населению. Ну, то есть вот такая аптека и косметика, лечебная косметика и природная да, аптека. Да, значит, такие именно такого направления продукты. А вот у нас в Челябинске что-то похожее, вообще вот что-то, какое-то производство на основе меда или вот... Мы не знаем о таком. Нет, такого. Может быть, есть, но нам неизвестно. Не крупное. И, скорее всего, оно... Но фасовка массово, только дома. Да. То есть, скорее всего, фасуют где-то, продают где-то в каких-то небольших сетях, но вот я, честно говоря, когда... Ну, во-первых, к нам таки не заявлялись. Угу. То есть, об этом скажу. Когда сам я пытался понять и смотрел где-то на прилавках, тоже не нашел. Я именно наших южноуральских медовиков. В основном кто-то да, расфасовывает и в небольшие сети поставляет. Краснодарский край, по-моему, поставляет даже мед и какие-то, ну вот... Там, с орешками, с какими-то ягодками. Там, глазурированные такие. А, ну вот я к чему? У нас, вот опять же, это же опять бренд уральского меда. Это продвижение, это организация производств. Это поле непаханное это для кооперации и, опять же, предпринимательство, которое сейчас пытаются тоже поднять таким образом. И вот не просто, допустим, мед, мы даем возможность перекупщикам зарабатывать на этом, да, а мы как раз вот за счет организации каких-то производств позволяем довести вот эту продукцию до потребителя. Вот это самое главное. Давайте я отвечу на этот вопрос. Да. Я боюсь того, что этот кооператор, который начнет перерабатывать нашу продукцию, в том числе и пергу, и маточное молочко, и он оставит пчеловода снова без штанов. И если он будет закупать, то он будет с выгодой только для себя и думать о своих прибылях, а не как о становлении пчеловода на ноги. Он будет... Даже фасовку он будет брать по минимальной цене, по 100 рублей за килограмм. Угу. Это я имею в виду мед. Но нельзя исключать в этом проблема. Таких сценариев, но я все-таки хочу немножко спокойствия. Оптимизма внести. Оптимизма внести в это высказывание. Почему? Потому что принцип кооперации, есть такой закон о кооперации. И один его самый такой известный важный принцип. Его все соблюдают? Я сейчас пока о принципах, с которыми написано в законе. Это один член – это один голос. То есть, грубо говоря, один участник коллектива – это один голос. И в случае, если кто-то там начал выделяться и вот о чем говорит Геннадий, то, что кто-то начал на себя перетягивать, то, в принципе, можно его успокоить, опять же, каким-то голосованием, переизбрать и так далее. Конечно. Вот. Но нельзя, опять же, исключать, что будут какие-то и не совсем честные, да, внутри коллектива могут быть какие-то честные. Но... Мы в начале пути. Мы в начале пути. Вот, ну хорошо, а вот, то есть сейчас пока вот в, так скажем, в коридорах Министерства сельского хозяйства пока вот такие вот хорошие планы зреют. Зреют, да. Мы, во-первых, начну с той мысли, то, что нас в последнее время посещает, это вот качество меда, как его определить и как вообще, в принципе, нашему населению, нашим пчеловодам помочь, опять же, в исключении недобросовестных и в появлении более добросовестных пчеловодов. Конечно, была идея некой передвижной лаборатории, которая могла посещать все медовые выставки, и там население могло проводить какой-то такой экспресс-анализ этого меда, который они купили, либо сами пчеловоды могли, те, кто закупает мед и перепродает, также могли проверить качество меда, да. Но так, цена такой лаборатории где-то 25-30 миллионов, к сожалению. Пока мы в ограниченном бюджете. То, может, я предлагаю не это сделать, а делать просто внезапные проверки или внезапный закуп. Если он пчеловод и честный, он всегда свою продукцию, да, пожалуйста, вот возьмите, покажу, и
проверьте. И я отблагодарю того, кто ее проверит, даже не лаборанта, а человека, купивший, засомневавшийся, придет, сходит в лабораторию и экспресс какой-то анализ там сделает, я ему скажу спасибо. Если он действительно мое проверит, а то, что он может сказать, что... Ну, мы не понимаем, чтобы быть кем-то заинтересован или чем-то заинтересован. Да. Поэтому лаборатория должна работать так. Пришли, проверили, закупили, значит, у него какие-то там нарушения или фальсификат, грубо говоря. Все, до свидания. Или оштрафовать и так, чтобы больше не было желания вообще появляться на этом рынке. Если лаборатория будет, то она и по такому может действовать. Так, ну, нужно же ее подстегивать, нужно ее как-то подпинывать. Но шаг, который мы уже сделали, и в начале следующего сезона медового, это весной 2020 года, мы уже планируем вести стационарную лабораторию в Аргаяше, в Аргаяшском районе, именно заточенную, акцентированную под проверку меда. То есть практически сейчас пока нет такой лаборатории? Ну, сейчас мы можем в наших лабораториях проверить. Может быть, лаборатория Россельхознадзора проверить именно на качество, на количество антибиотиков, пестицидов и какие-то другие параметры, которые нам нужны сегодня для определения качества меда. Но они не такие, не специально настроены, грубо говоря. Да, такой можем. Общий анализ, так да, сказать. Да, общий анализ, да. Допустим, была у нас недавно гибель пчел. Если бы вот своевременно привезли, проверили, раньше бы определили, кто виновен в этом всем. Но сегодня вот говорю, что первый наш шаг – это создать такую лабораторию в Аргаяше. И в дальнейшем, если у нас действительно она будет популярна, и она будет определенно выявлять что-то, мы тогда будем уже думать над тем, чтобы обращаться или где-то нашей государственной поддержке искать такие средства, либо обращаться к губернатору о том, чтобы... Вот... В Аргаяш мы не поедем. Ну, вы-то не поедете, а вдруг вот потребители кто-то возьмет и отправит. Пока я говорю, это не то, что это решение всей проблемы, это не панацея, конечно. Конечно. Мы это просто пробный шаг. Здесь же можно действительно наладить доставку, так скажем, вот этого анализа, не анализа, а пробы, да, до Аргаяша. То есть вы лично не поедете, но, может быть, будет, не знаю, экспресс какая-то да, кто-то доставка. Купил, решил проехать, проверить один раз, потом понять, что к этому больше нельзя ездить, надо ездить вот. А почему Аргаяш? Ну, он более центрирован, во-первых, в плане области, во-вторых, там есть... Птицефабрика. Но мы не для Аргаяша это делаем. Птицефабрика, конечно, есть. У нас их есть 6 крупных птицефабрик, это никто не исключает. И они причем расположены по самым правилам, по территории всей Челябинской области разнесены. Поэтому... Тогда и наши ЧЕПФИ тоже установили. Там поближе мне. Хорошо. А вот как вы сами, пчеловоды, тогда вот, определяете качество меда своего? Вот давайте так. То есть вы говорите, мой мед качественный. А вот как вы это понимаете, что он качественный? Каждый пчеловод знает, как он работал с пчелами. Угу. Это первое. И если он говорит так, значит, оно так и есть. Но есть... А почему я должна вам верить? Не, ну, пожалуйста. Слово пчеловода. Если есть одна такая хорошая песня, совесть – лучший контролер. Это на уровне интуиции. Если человек не верит, сомневается, лучше не брать. А если он доверяет человеку, и не первый год с ним, значит, так как говорится, сотрудничает, покупая у него, то тут уже приезжайте на пасеку, посмотрите. Геннадий Васильевич, и тоже нет гарантии. Я вам хочу сказать, что понятие совести у каждого разное. Относительно. Да, это раз. Понятие такое распущенное. Конечно. Во-вторых, мы много знаем, что на доверии, значит, есть люди, которые работают именно на доверии. Вот, поэтому... Так и называется профессия. Да, это эксплуатируют и опять же... Конечно. Поэтому вот я вас и спрашиваю, вы же все равно смотрите, вы знаете, допустим, где вы собирали мед, куда вы перемещали пасеку, это раз. Во-вторых, значит... Как шло наполнение в рамках медом. Да, а потом, когда вы берете, вот он уже готовый продукт, вам же тоже интересно, насколько в этом году этот мед отличается, например, от прошлогоднего, и насколько он действительно настоящий. А вдруг пчелы там, я не знаю... Пока вы там не видите, куда-нибудь улетели в другое место и что-то там другое собрали. Вот тут очень много вопросов. Где-то сахар из мешка натаскали. Да, да. Ну это все... Да, Владимир Иванович, у вас, вот, наверное, есть. Когда будет создана эта лаборатория, выяснится, что половина меда не пройдет его контроль.
Ну, половина – это еще красивая цифра. Это оптимистичная. Устрашающая есть, да. Почему? Потому что, значит, мы можем гарантировать пчеловоды зрелость меда. То есть, если вот он запечатан, мы его перед откачкой скрываем. Только это мы можем гарантировать. А все остальное, значит, на каких полях работали пчелы, что они собрали, да, да, это никому не известно. Причем сейчас, значит, очень серьезно относятся к остаткам лекарственных средств, пестицидов и прочее. Ведь известна масса случаев, когда на Западе крупные партии меда просто бракуются, потому что остатки антибиотиков, которые применялись при лечении пчел. То там же и происки конкурентов тоже не нужно исключать. Ну, происки, ладно, да, нам бы со своими проблемами разобраться. Удивилась, что, оказывается, поэтому... в меде бывают остатки антибиотиков, которыми лечат пчел. Вы удивитесь, сколько их там бывает. Каких это видов? Абсолютно неграмотное ведение пчел со стороны пчеловодов. Потому что здесь нужно знать, когда, сколько и куда. Значит, сколько бы пчеловод не знал это, да, и как бы аккуратно не пользовался этим, остатки всегда останутся в семье, да. Угу. Значит, есть ли методы борьбы с этим? Конечно, есть. Значит, нужны пасеки другого типа. То есть, вот сейчас мы все кочуем. И мы собираем мед с чужих полей. И при этом как бы уже подразумеваю, что мы не знаем, там, что в почве содержится. Что посеяно, да. Значит, мы пошли, мы – это компания «Доминанта», у нас директор Ковязин Иван Иванович. Значит, по пути создания стационарной пасеки. То есть мы взяли землю, которую 25 лет... никто не обрабатывал, она не видела плуга, и поэтому мы можем быть уверены, что пестицидов там не очень много уже изначально, да. Значит, сами делаем посевы, то есть начали уже это, как бы эту работу. И вот здесь мы можем быть уверены и гарантировать, что в нашем меду ничего плохого вы не найдете. Так что цель близка. А то, что сосед может опылять и гербицидами, это уже вторая тема. Вот, кстати, да. У нас соседей в радиусе 10 километров нет. Ну, это хорошо. Мы нашли для этих целей... Дальше 10 километров редкая пчела полетит. Но вот это самый вот... глухой медвежий угол, вообще, где кроме нас никого нет. Вот, ну, так скажем, в старину, да, все-таки больше были стационарные пасеки, да, даже можем в литературных произведениях все время, да, и говорили, а мы, вот там, кто-то поехал на пасеку, кто-то приехал, и там живет на этой пасеке все лето. А вот откуда появились вот эти передвижные пасеки, и вот все-таки их минусы, вот в чем? Это в 60-х годах прозвучал лозунг «Мед на колесах». Угу. То есть пчел нужно подвозить к массивам медоносов, и таким образом производство меда резко повысилось. Угу. Я сейчас объясню. Но ничего не бывает только одного хорошего. Да? Значит, есть и минусы. Но отсюда же пошли все болезни распространяться с гораздо большей скоростью. Угу. Ну и... То есть это как раз вот это вот минус. И плюс вот это гибель пчел, которых вот перевозят из-за болезни, да, получается? Ну, гибель пчел прошла из-за обработки гербицидами. Ну да, гербицидами вот этими. Гербициды, пестициды и все прочее. Я сейчас поясню, почему. Да. Мобильная пасека, она больше собирает меда. По той лишь простой причине, что пчела, у нее это есть время хода, время лета. Вот это жадность и губит. До больше, время лета до медоноса. Это можно сравнить, например, допустим, если рядом с колодцем поставить бочку. Вот поставили, и вот колодец. И вот пчела начерпывает оттуда мед. Начерпала? Так. Сколько она потратила времени? Быстро. Допустим, увезти его за 2 километра, эту бочку. Угу. Тогда пчела будет переносить это время хода. Угу. И сбор будет в несколько раз меньше, чем, допустим, вот если оно будет стоять рядом с колодцем. Угу. Ну, разные культуры по-разному. А во-вторых, расстояние-то будь здоров.
Если от там... пасеки она не полетит за 100 километров, за 50 не полетит. По клеверу можно, допустим, собрать там около 100 килограмм, по подсолнечнику там примерно столько же, какие-то культуры меньше дают, опять же, вот, возможности собрать. Поэтому тут и люди пытаются маневрировать между этими культурами, чтобы как можно собрать больше. Потребитель просит донниковый мед, дуешь на донник. Спасибо. Потребитель просит липу, едем на липу. Она же не растет там, где пасека стоит. Она растет где-то в горах, она растет где-то в предгорье, она растет там, где растет. Поэтому подвоз, понятно. Поэтому мобильность. А вот если говорить еще, вот мы перейдем к такой теме полезности меда. Вот какой мед все-таки на Урале? Там гречишный, значит, липовый, цветочный, еще там какой-то, я не знаю. Ну вот какой все-таки самый полезный? Вопрос провокационный. Весь мед полезный, все дело вкуса. Один мед может больше от простудных заболеваний, другой мед. Ну вот, например, гречиха, видите, какой он, мы его называем красным или черным. Uh-huh. Вот он так и смотрится. Вот это вот светлый мед, это медонос, значит, светлого порядка, в основном сорняки, это осот. Он считается и за рубежом, и у нас считается первосортным медом. А зерно у него мелкое, обычно как салообразное такое. Uh-huh. Прекрасный вкус. Если человеку не нужны лишние ароматы, вот, например, как гречихи, гречиху достаточно открыть флягу, там бочонок, вся квартира заполняется этим ароматом, буквально все. Если этот мед добавляется пчелой, допустим, приносится и добавляется к гречке, к липе, к эспарцету, это будет все гречишный, потому что запах гречишный перебивает любой другой вкус. Uh-huh. И бесполезно искать запахи или вкусы липы, допустим, с гречишным в соприкосновении. Это будет перебивать все. Это единственный самый ароматный мед. Ну еще какой? Вот этот разнотравье, но он в жидком порядке. Жидкий, он вот прозрачный, вот такого цвета. Угу. Когда закристаллизуется, он будет или такой, или с бежевым оттенком. Угу. И никогда не угадаешь, какой оттенок у него будет. Вот. А вот этот мед? Ну это разнотравье. Тоже, скорее всего, разнотравье. Да. Угу. Здесь собрано все. И поэтому полезный, он весь полезный. Дело только вкуса. Если вам нужно железо добавить, прибавить в крови, ну, пожалуйста, гречишный. Но он терпкий, он не каждому нравится. Угу. Ну вот, в принципе, вот еще хотелось бы все-таки про полезность и про мифы, про некоторые поговорить, которые существуют. Вот, например, когда мед нагревают, зачем его нагревают? Ну, это, видимо, к перекуске. Чтобы продавался, да. Для того, чтобы жидким его и все. Свежий, потому казалось. Что требуют вот. Все жидкие, а жидкие. Вот почему требуют все жидкие? Ну, это кому что нравится. Это, да. Это чисто потребительские свойства. С блинами хорошо идет. Вообще многие вот говорят, что наоборот, значит, мед должен быть наоборот. Чем дольше стоит, тем вроде полезнее. Да. Но люди привыкли, вот что вот, коллеги говорят, что он жиденький, он кажется, что он как будто бы свежий. А у людей свежесть ассоциируется вот с некой вот большей полезностью, какой-то вот, меньшей вредности и так далее. То есть во всех продуктах. В том числе это понимание, ассоциативный ряд переносится на мед. И поэтому тоже хочется вот только что вот этот мед сразу возьму. И оттуда и приверженность к меду. Добавлю. Значит, под моей квартирой живет эксперт. Да. И она покупает всегда у меня, зная мою честность, она берет кристаллизованный. Угу. А потому что натуральный, говорит, мед кристаллизуется, вот как вот этот. Вот. Угу. Но я добавлю только то, что не каждый мед кристаллизуется, и у каждого свой срок это кристаллизации. Не это не показатель. Если он будет в тепле стоять, он может и простоять жидким и в течение года. В теплой квартире 25 градусов, как у нас... Температура в квартирах 25 градусов – это высокая, и это неправильное хранение. Температура хранения меда 5-8 градусов оптимальная. Не минус, а плюс 5-8 градусов. Она хранится, он хранится идеально, и его качество не теряется. И никогда не нужно гоняться, что вот дайте мне свежий. Может, свежий только для того, чтобы вот с блинами его так, или в охотку. Это хорошее, да, дети его любят жидкий. Но жидкий он месяц-два. Все зависит от... Бывают еще... темные, холодные ночи, и он может съесть за одну ночь. И такое было. Еще вот такой момент, что... Ну, про антибиотики мы уже сказали. А вот что мед, он впитывает все... Запахи.
Ну, запахи – это раз. Еще вот эта вот экологическая ситуация очень влияет на качество меда. Насколько это верно? Ну, во-первых, мед хранится вот в емкостях, закрытых в основном. Если он зрелый, он не забродит, ничего. И боятся, что он сейчас нахватает каких-то… Ну, запахов, о чем мы вначале говорили. Ну, запахи он при открытом виде может в холодильнике нахватать, набрать. И будет с привкусом чего-то, огурцов, например. Например. Так, а вот все-таки вот эта вот экологическая ситуация, например, ну, экологическая ситуация в целом может вот на все влиять, начиная от того, действительно, где накоплены какие, опять же, тяжелые металлы, пестициды, в каком они переходят в само, ну, в смысле, в самом растении они могут находиться, пчела может забирать с пыльцой, вносить в мед, то есть перенос-то он может быть. То есть... За это мы не сильно боимся, мы возле дорог не стоим. Да, вот тяжелый металл, это чаще, конечно. У нас нет там, такой загруженности. Тех культур, где растут, те культуры, которые растут возле таких вот активных магистралей, где какие-то предприятия промышленные стоят, конечно, там не рекомендовано вообще заниматься. Но вы, наверное, туда и не ездите. Нормальный пчел никогда не поедет, вы... маслород не поставит. В медвежий угол куда-то, да? Не ходите к Владимиру Ивановичу, он медвежий угол. Это село Феклино. Понятно. Так. Я бы просто хотел еще добавить, кроме меда, есть еще другие продукты. Наверное, будет этот вопрос? Ну да, вот давайте про другие продукты. Мне очень важно и затронуть и пергу, и пыльцу, и прополис. Это все очень интересные. И воск. Ну вот, я вас и спрашиваю. Это все очень, очень полезные продукты. Ну, например, ни в одном биологическом продукте нет столько витаминов, сколько в пыльце, перге. Перга, пыльца – это хорошо, это просто уже зерна. Это так сгусток всех положительных растительных элементов. Там все, и железо, и магний, там такая таблица, что будь здоров. Все и не перечислить, и не запомнить. А если пыльца, если перга, которая уже готова для пчел в зимнее употребление, она используется для выращивания расплода. Как таковую пергу зимой пчела не ест, не употребляет. Она ее расходует только для выращивания расплода. А вот потребителю-то она зовут? А потребителю чего? Там все элементы, она пережевывает, пропускает через себя, готовя ее для употребления вот, в качестве корма для выращивания расплода. Это... Ну, что такое расплод, я надеюсь, понимают. Это маленькие пчелки, это яйца, которые вылупляются, потом червячок, потом куколка и так далее. Это из чего вырастает сама пчела. Ей нужен не только мед, не только энергетический вот этот не только потенциал. Углеводы, но и белки нужны. И белки обязательно. А белок здесь используется только перга, пыльца. Ну, это мы сейчас прям уже пошли в тонкости производства. Да, это вот просто зрители, которые нас сейчас смотрят, они обычные зрители, они хотят получить информацию, значит, все-таки можно быть уверенным в качестве меда или нет, как развивается наше производство, значит, от наших замечательных пчеловодов, и, значит, будет, чем полезен вот этот уральский наш уральский. Будьте уверены, производство развивается, по крайней мере, не стоит. И мы, наша главная задача – это сохранение популяции и производство меда. Вот еще тема такая, вот вчера мы буквально с вами накануне тоже говорили, почему пчелы стали жить меньше? Условия, экология – это многое определяет. Вот на что влияет. Да. Человек тоже, в конце концов, станет жить меньше, я думаю. Нет, при таком отношении, к природе. Ну, это хорошо у Путина, да, там… Вот. Так, что вы хотели, Владимир Иванович, сказать? Не о Путине. Да, не про Путина. Не про политику. Да. Ну, срок жизни пчелы, какой он был, такой и остался. Все-таки вы не согласны с этим, конечно. Да? Конечно. Единственное, что вот сами популяции, не отдельная пчела, а вся семья, да, значит, ну, может пострадать от наших же действий. Владимир Иванович еще не сталкивался с проблемой пестицидов. У него еще не гибли, а у меня уже гибли и гибли не один раз. К сожалению. Вот, тут, да. Если я добавлю, просто про, опять же, часто упоминается сегодня по пестициды. Если нас все-таки слушают еще и пчеловоды, да. Такие небольшие пчеловоды, которые с этим тоже могут столкнуться или сталкивались, то существует регламент, который должны соблюдать наши растениеводы. И они должны информировать, во-первых, население о том, что они будут обрабатывать в ближайшее время, выставлять знаки, обозначающие то, что данное поле в данный момент
используют, обрабатываются средствами защиты растений и так далее. Если эти не обработали они, если все-таки пчелы гибнут, то тут же надо обращаться в администрацию местную, ветеринарную службу, чтобы сам этот факт зафиксировать. Ветеринары расскажут, сколько нужно пчел собрать, какой биоматериал еще нужно брать, какую растительность взять с собой на анализ, как это все правильно упаковать, как это провести этот анализ, и потом мы определить виновного в крайней степени. И еще такие прецеденты были? Обращались уже пока с жалобами? У нас был один прецедент. Ранее массово не было замечено на территории Челябинской области таких прецедентов. Возможно, частные случаи, которые вот Геннадий Сич, о которых говорит, их просто не выносят, они существуют, наверное. Но все-таки надо уже начинать такую практику. Период такой, что пчеловод занят, ему не до того. Если гибнет где-то пчела, он в заботах, в этих хлопотах, где-то это ж надо ездить, это надо выбирать время, бросить пасеку и заниматься вот этим делом. Это когда, если она вся погибнет, и уже не к чему там бежать и зачем-то остальное восстанавливать или возобновлять, тогда начинает пчеловод уже, тогда есть повод. Тогда время погиб. Появляется. Да. Вот смотрите, еще такой вот момент. Все-таки у нас вот сегодня два пчеловода. Вот есть пчеловод Владимир Иванович, который глава крестьянского фермерского хозяйства. То есть у вас все, так скажем, уже, ну, не то что промышленное производство, да, но все так уже серьезно, не на любительском уровне, я так понимаю, все-таки. Но начинали вы именно с любительского уровня. Да, конечно. Да. А вот, Геннадий Васильевич, а вы сейчас на каком уровне находитесь? И хотелось бы ли вам расширение и, ну так сказать, развитие своей деятельности или нет? Или вы как раз вот из тех, которые, ну мне вот устраивает все, мне больше никуда не хочу. Количество ульев мне уже хватает. С моим возрастом уже расширяться некуда. И некоторые, заходя на пасеку, хватаются за голову, когда ты спишь. И поэтому говорить о расширении уже бессмысленно. Хватает мне хлопот и с тем, что у меня есть, вполне. Угу. И хватает и средств, как говорится, и... Но мне хочется, чтобы люди, которые начали заниматься этим делом, угу, меньше спотыкались то, что я прошел сам. А спотыканий было очень много. И незнаний, и тех же болезней эти. Они же тоже все прошли через мои руки, через, угу, как говорится, это боль, это досада. Вот, Владимир Иванович, а вот когда вы начали, когда вы решили все-таки вот именно с любительского уровня перейти на более профессиональный и заниматься уже, как сказать, на научной такой вот основе? Мечтал об этом я очень давно, лет 10. Угу. Но возможности появились только 2 года назад, когда вот компания образовалась и решили создать это хозяйство. Угу. То есть это будет крупная пасека, численностью до 500 семей с производством меда от 20 тонн и выше. Угу. Изначально мы нацелены на экспорт. То есть объем, качество, требования, все требования, да, позволяют нам как бы смотреть на это с оптимизмом. Вот как раз то, что касается, что вот такие производства, которые потом могут прирасти в возрождение бренда уральского. Да, да. Уральского. Значит, вот мед собран. Молодые подхватят и да. Мед собран из 10 пасек, да, ну неизвестно, что там среднее будет по больнице, да. Значит, капля какая-то дёгтя. Да, вот один кто-то, значит, допустит какую-то оплошность, и все пойдет как дискредитировано бы... Дискредитировано все. Да, все, да, будет дискредитировано. Да, ну, как говорит, ложка здесь мёда, мы, да? Как бы... Ну, не случайно эта поговорка родилась. Отвечаем только за свой продукт, да, и можем гарантировать его. Тем более, конечно, он будет проходить... самую серьезную проверку. И вот еще, ну вот мы как бы уже завершающие, уже так прям мы так, ну, много и долго, ну, прям очень полезно, хорошо разговариваем. Ну, кроме того, значит, такая пасека, имея свою землю, да, она будет производить семена медоносов, то есть сельхозкультур, таких как кормовых трав, как донник, эспарцет, и, ну и вся линейка. Угу. Двойная польза. То есть вся пасека будет работать на сельхозпроизводство, на опыление, чего не делает кочевая пасека. Они сегодня ушли на липу, да, но с нее, кроме меда, ничего не взять. Ну почему? Семена падая, вырастают новые саженцы, они прекрасно растут, и это... Сельхозпроизводство от этого лес, не холодно, не жарко. Но лес, флоров... Угу. А тут Владимир Иванович еще и животноводство разведет. Да. Нет. Значит, кормовые культуры, либо будет реализовывать кормовые культуры. Значит,
только продукты пчеловодства и продукты, ну, вот, семеноводства, все. Для как леса бы... тоже полезно, но чтобы липа тоже была опыленной. Этим ограничено все. И чтобы люди тоже кушали липу, мед с липы. А вот еще, как бы завершая наш разговор, Евгений Анатольевич, все-таки Министерство сельского хозяйства нацелено на поддержку вот таких уже организованных производств или нет? Как раз, как раз на поддержку организованных, оформленных и имеющих юридический статус организации мы сегодня и свою деятельность нацеливаем. К сожалению, мы сегодня не поддерживаем личные подсобные хозяйства, потому что они характеризуются такой неофициальной коммерческой деятельностью и не являются, может быть, налогоплательщиками где-то. Вот. Но мы их призываем становиться крестьянско-фермерским хозяйством. И вот тогда мы уже... Или самозанятыми хотя бы, ну, да? Ну да, ну то есть войти в юридическое поле. И тогда мы уже имеем законное основание помогать и осуществлять государственную поддержку, даже финансовую государственную поддержку, выдавать гранты, ну не только пчеловодам, а в принципе, кто будет только начинать заниматься деятельностью. Также у нас с этого года стартовала новая программа, это агростартапы, это где ты еще не являешься оформленным крестьянско-фермерским хозяйством, а только вот намерение у тебя есть, и ты при получении этих средств берешь на себя обязательство стать, оформиться, стать на учет и в дальнейшем вести правильную деятельность в юридическом поле. Также такая поддержка у нас стартовала. Но пока она, конечно, массовый характер не имеет, вот такой широкий, что все пчеловоды захотели, пришли и получили. Причем пчеловодов сложнее всего получить, наверное, эту поддержку, в отличие от животноводов, растениеводов, потому что они все-таки стоят в одном строю за этой поддержкой. Но все равно пчеловоды также должны активно в этом участвовать и пытаться получить средства. Это конкурсная основа. Но там особенность тех, кто больше всего набирает баллы, это у тех, у кого есть какое-то имущество, какая-то техника, какое-то оборудование, есть какие-то площади земельные, участки в собственности, есть имущественные какие-то сооружения, здания, и вот они дают большие преимущества, так скажем, в получении этого гранта. В конкурс, ну, это конкурсная основа, как я уже сказал, то есть там выбирается. А пчеловоды, они, как правило, кроме пасеки, наверное, какого-то оборудования, они не имеют. Да, ничего нет. Ну, дымарь только. Как раз, о чем меня вот порадовало, что Вадим Ильич говорит, что они самостоятельно хотят засевать, использовать земельные участки. В принципе, они могут нам уже прийти по поддержке на растениеводство тогда в этой теме. Не только по пчеловодству, а как растениеводы уже, и мы их поддерживаем. По несвязанной поддержке подаваться. То есть вот конкретно наша сегодня в Челябинской области государственная поддержка не нацелена на пчеловодов, она в целом нацелена все-таки на получение основных видов продуктов, молоко, мясо, зерно. Вот туда средства уходят. И за последние годы не сильно у нас в сторону увеличения изменился бюджет на АПК, на агропромышленный комплекс Челябинской области. И мы не можем дать обещание пчеловодам, что на будущий год мы вам там дадим столько-то миллионов, давайте развивайтесь. То есть две причины. Первая причина, что сегодня очень мало, как я уже в самом начале сказал, оформленных официальных хозяйств, и мы не можем их определить, понять и вообще понять, как посчитать и сколько. Ну, то есть приходит человек с улицы и говорит, я пчеловод, дайте мне денег, какую-нибудь. Мы, к сожалению, так дайте не сможем, денег. Не работаем. Подскажу сельскому хозяйству, как нужно восстановить наше производство. Нужно просто-напросто крупнорогатый скот, чтобы было больше, они будут сеять донника больше, а мы сами туда приедем, нам ничего не нужно. Нам нужно только, чтобы не мешали. Все. Вот. Вот Владимир Иванович как раз будет засевать. Да. Владимир Иванович много не засеет. У него столько полей не будет, чтобы мы все к нему приехали. Но для своего производства как раз хватит. Вот, десяток вот... тысяч гектаров пусть засеет, тогда мы, не можем. Да. Крупный будет лофундист. Нет, но здесь я просто вижу, что вообще есть желание идти навстречу друг другу. Есть, однозначно. Это самое главное. И есть, как сказать, и предложение, да, как это все улучшить и продвинуть, чтобы наш, опять же, регион продвинуть с нашим уральским медом. Наш потребитель имел хороший продукт. Всегда свежий за столом мед, чтобы дети, мне очень нравится, когда дети его едят, и когда едят много, это значит наш труд не пропал даром. Да.
есть это природный продукт. Это вот, я говорю, да, это очень... Пчела принесла, пчела сделала, она плохого не сделает, так же, как да. и коровье молоко, то есть плохого там ничего не будет. Ну вот, с праздником нас всех, с Медовым Спасом. Да. Я думаю, что мы через год еще постараемся в следующий Медовый Спас собраться и подвести какие-то итоги. Как же мы, насколько мы друг навстречу друг другу пришли. И еще хочу попросить пару минут. Это вы поздравили, а я хочу, как председатель от общества «Уральская пчела», поздравить всех пчеловодов с Медовым Спасом, пожелать им крепкого здоровья. Это обязательно первая заповедь. А значит, больших сборов, ну и всего хорошего. Все, что они сами пожелают. А вам здоровья. Здоровья и здоровья. Спасибо. Чтобы, больше, да, вы отдавали. Больше меда, больше здоровья. Пчеловодов с праздником, с их профессиональным. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Глушитель.